King's Field. Интересно было посмотреть, но у меня нет, к сожалению. Она на второй PlayStation, то есть на эмуляторе спокойно можно поиграть в нее, да? А вот Demon's Souls, она только, по-моему, на третьей PlayStation, и на эмуляторе не поиграешь. Прошли. Демо и стрелы. Порвали глаз. Все три. Как они лопаются-то. А вы играли в Kingsfield вообще? На что она похожа, мне было интересно. Вот думаю, как раз за час мы пройдем все новые уровни. Ну, не знаю, он на время вообще перестал. То есть он был на время очень активен после первого Dark Souls, там давал интервью и все прочее. А вот ушел такой в глубокое подполье. Возможно, действительно, что он все силы бросил на Bloodborne, пока там эти молодые чуваки делали Dark Souls 2. Но дело в том, что, поскольку я понимаю, Bloodborne разработан в очень сжатые сроки. То есть сейчас это, как видите, Dark Souls Free там. Это последняя игра, они сказали, которая была запущена, которая дошла до стадии прототипа до того, как Миядзаки сделали президентом компании. Произошло это буквально полгода назад, даже меньше. Арк Фаталис. Арк Фаталис очень крутая игра. Это же Ultima Underworld, фактически, только от первого лица. А она от первого лица тоже, да? Очень круто. Представляете себе Ultima Underworld от Миядзаки? Он явно такой упертый фанат западных RPG, потому что он берет эти самые хардкорнейшие вещи из западных RPG, которых со времен Лорда Бритиша и Ultima Underworld никто не делал, и он их перерабатывает под себя, добавляет свой личный сюрреализм. И да, клево, клево. Я, может, на эмуляторе даже поиграю. У меня... I'm sold. Вы мне продали эту игру. Dark Fang. А, здесь тоже был дефматч. У меня, да. Не так и не понял, что эти орбы делают. А, они падают и взрываются. Понятно. Понятно, что. Тут, кстати, есть новый вид оружия. Стрелы с дистанционным управлением, как в Duke Nukem эти, детонатором. Втыкаешь, потом какая-то кнопка, я забыл, какая, квадрат, что ли. Взрывает их. Вот, триггер Рус. Ага. А, ну та же кнопка выстрелом их взрывает. Вороны. И беспардонные вороны совершенно. Ну, вороны, подумаешь. Почему не сделать врага вороны, правда? Что мы, спешисты какие-то, что ли? Птица тоже человек. Кстати, слышали, там защитники животных восхищаются сборами там, ну, парка мира юрского периода, говорят, что... Ой, кто это? Что это было вообще? И что там, именно концепции, что динозавры тоже люди там, что их надо защищать, и что они были правы, велоцирапторы, когда там съели там всех там, в первом парке юрского периода. Японская индустрия, там вообще никогда никого не увольняют ниоткуда, как известно. То есть, там, если ты не ходил Кодзима, это вообще первый случай, когда разработчика уволили с компании. А там никогда не закрывается компания, никогда не увольняли, пока не раньше разработчиков, то есть там беспокоиться за Миядзаки сильно не нужно было, но просто никто как бы не знал, что делать с этой игрой, когда она стала хитом, и потом Бандай и Намко. Ну, просто там свое же руководство From Software, она очень старая компания. Она не существует с 89-го года, что ли, то есть, да, вообще самая
как вот студия-разработчик, которая не является большой компанией, там вроде Konami или Sega, она самая старая японская студия, и она делает игры вот уже сколько там, 30 с лишним лет, и у них там свое руководство было, своими представлениями, говорю, что в основном они уповали именно на серию про роботов. Dark Souls был такой сайт-проект, и так как у японцев все консервативное и очень... Да, и вот он там все. Он работает там чуть не со дня основания, то есть там можете сами посчитать, сколько он уже там делает игры. Как и его тезка Миядзаки, который там в аниме там с корабля-призрака рисует сториборды, так и Хидидаки наш. Сейчас секунду прочитаю, что вы пишете. Да почему? А, ну вы думаете, вот эти 2000 лет его сделают андроидом, да? А что, это искать информацию? Я просто думал, что его замораживают, что он там 200 лет проходит в бункере, а он оказывается андроидом. Ну, скорее всего, да, потому что вот эти параллели с Blade Runner и там вообще такое, раса андроидов, и герой выходит из бункера, и не знает, что он андроид. Скорее всего, ну, я не знаю, почему это вас волнует, потому что сюжет, если основная сюжетная линия всегда были самой слабой частью Fallout, и не Вега исключительная. И там даже второй Fallout, который единственная приличная игра из... Вот, кроме New Vegas, там очень слабый сюжет основной. А все остальное очень круто, но основной сюжет проходить, там драться на этой вышкой с турелями, убивать президента... Да, ну, скорее всего, да, вряд ли криоген. Скорее всего, это cover story, а на самом деле он... именно что... Android. I can buy that. Что, ну, нет, ну, говорю, кого это должно волновать, это Blizzard. Там, во-первых, все игры Blizzard говно, там... за исключением, там, первых 200 часов Карима, которые, не знаю, как они умудрились сделать. А во-вторых, ой, ну не Blizzard, а Bethesda, конечно же. Ну, а все игры от Blizzard — это просто говно, а Bethesda там все, кроме Skyrim, говно. Ну, второй вообще отличная игра. Первый вообще невозможно было играть, там же не было фактически боевой системы, там они больше делали не игру, а вот эту систему Groups, там, и группу к ней приделали в последнюю очередь, она очень похожа на обсидиановский вот South Park, который там все охренительно, кроме самой игры. Где они, как сами создатели, говорят, что научились 9 игру. Там последние... ну, закончив игру на 98%, они наконец научились делать ролевые игры. Также и с первым фолом. Так команда вся ушла потом, и появился Крис там Авелон или кто там. То есть Брайан Фарго, конечно же, не Крис Авелон. А первую игру делал. Как его... полный тезка создателя Total Annihilation. Не Крис Робертс. Забыл, как зовут. Ты видел комиксы? Они там, девочка такая прыгает. Они Square Enix перезагружает. Blizzard говно просто делает. Не умеет писать диалоги, не умеет строить сюжет. Единственное, что умеет делать, это баланс в игру. Нет, не Тим Кук делал. Первую делал тезка создателя Total Annihilation. Мы с Колей все время путаем их. То есть он говорит всегда о создателе Total Annihilation, я все время говорю о создателе первого Fallout. То есть посмотрите, кто сделал. Крис Тейлор. Вот. Крис Тейлор сделал Total Annihilation, а Кристофер сделал первый фол. И сейчас они делают карточную игру по последней ролевой игре компании Криса Авелона бывшей. Ну, поняли. По Pillars of Eternity. Карточную игру как раз делает Кристофер Тейлор. Нет, не Тимоти Кейн. Вы издеваетесь, да, еще Зеба Кука вспомните. Кристофер Тейлор, мать вашу. Кристофер Тейлор. Фак. Пекли меня своими Зебами Куками. Зеб Кук писал второй фол. Он офигенен.
И Planescape тоже писал. Тоже охренительный текст просто. Крис Тейлор, да. Я сам вспомнил. И Коля будет уверять, что это его подсказки. Что это за мужик летающий? Я не знаю, зачем они его сделали. Ой. Там пошла пехота. О, он пускает самоводящие ракеты, видели? То есть это же барон Харконин. Это барон Харконин. Он, по-моему, целенаправленно срисован с барона Харконина. Философ Этернити. Я тоже сам вспомнил. Упс. Что это было? Я, по-моему, сейчас проиграю. Ну, то, что эти уровень. Сложность должна какая-то быть. Барон Харконин летает и пускает меня самонаводящиеся ракеты. Кто бы мог подумать, да? В фэнтези-игре. Висконсин. Ходхов тот. Там, когда девушки начинают, другие девушки присылать письма с признанием любви на радио, она говорит: Висконсин, who would have тот. А, смотрите, компьютерный соперник ставит F3 даже, и они все ставят, и один со щитом, и они все ставят взрывоопасные стрелы, которые взорвутся, если я к ним подойду. Я понимаю, нет? Да. Это круто, это жестко. Саново бич. Стреляй. А, ну видите, я не смогу подобрать его стрелы, потому что они взрывоопасные. Так что я даже не знаю, как с ними справляться. Ну, то они мне задали задачку вот с этими. Потому что у меня тактика выманивать стрелы с лучника. Харконин. Фак. И я не знаю, как его побеждать буду с этого чувака с силовым щитом. Это не Линк, девочка. Это девочка из мультфильма Брейд. Брейв. Мультфильма Брейд. Из инди-игры Брейв. Или из мультфильма Брейд. Хорошо стримим нынче. Мне нравится. Сейчас я его отравленным зубом. Я раздавлю зуб и вдохну ему в лицо ядом отравленным. То есть просто ядом. Ну, грызем зуб. Грызем зуб. Как всегда, вместо Брона убили там кого-то еще. Фак. Ну сейчас у меня стрелы хоть есть. Ты ушел. А, нет, я убил. Все-таки я убил, хоть и косвенно. Красиво у меня стрелы падали, согласитесь. По-моему, надо их убивать этими зелеными шариками, потому что иначе я не представляю вообще как. А, ну я прошел, куда бедно. Потому что они все-таки рандомизируют состав. В прошлый раз три лучника было. Сейчас один. Музыка какая. Фантастика просто. Я поймал стрелу рукой. Видели? БДС или такое. Поймал стрелу рукой. А что-то очень много лучников, да? А, была взрывоопасная стрела. Замешалась. Последний кредит. Как Ninja Gaiden на NES. О, видишь, не делится щитом. То есть действительно рандомайзинг здесь есть. Я отобрал у него щиту. О, я стрелу с бомбой, и после этого все стало очень легко. Еще один со щитом. Фак. А, нет, без щита. Просто я потормозил.
На босса был посмотреть в этот раз. Одного убил. Второго убил. Хоть и нечестно, но хоть и хочется на босса посмотреть. Последней жизни. Карты Таро. Это Кастельвания во все поля. И музыка, по-моему, даже стилизована под Кастельванию. Куда ему стрелять? Непонятно. А, Брок. Брок. Знаете, убьем его на одной жизни, это будет круто. Это будет БДС или в духе Bloodborne там, или Dark Souls. Как она стрелу, ну, видите, спрессовала просто мою стрелу между этими картами. Очень крутая физика. Так, что он делает? Что он делает? А, у него рог отломился. Рог отломил, как Шурик. Упс. Половину снял. Ну что, еще раз будем пробовать? Давайте попробуем. Время еще есть. Если у меня была пара жизней хотя бы, я бы его забил. Концентрацию терять начинаю, все-таки час игры Towerfall, это не час игры Bloodborne, это все гораздо гиперактивней. А Bloodborne я там открыл этот собор, там где вот эти чуваки, которые дерутся мешком кровавым и магию-то используют, они одним ударом убивают, я их пока изучаю. Они прикольные. Умри, Харконен! Герцог Лето says hi! Дюк Лето says hello, motherfucker! Скелетор! Как его там? He-Man King Masters of the Universe. Скелетор, помнишь, там был? Его потом еще очень любят высмеивать в мультфильме Роба Чикенс, это Грина, там, скелетора этого несчастного. Скелетор, да. Я первый сказал скелетор. Куля протормозил, как всегда. Всем игра хороша, не успеваешь читать чат. Мне нет этих периодов спокойствия. Только паузу ставить. Что, действительно отбивает. Фак. Проиграл дуэль вороне. Как это унизительно.
Да, рандомайзинг, смотрите, во всем разные враги. Что от барона не было. Интереснее так играть-то. Даже континью. Ай. Так. Не попал. Я хотел честно убить его, но ладно. Взорвал нечаянно. Бывает. Ой. Давайте давно еще раз. Сейчас попробуем, наверное, сыпаться стал, как говорится. Извините, что молчу, у меня фокус мут. Bloodborne rules. Miyazaki rules. То есть как бы или Берлин rules, или Каре там. Самые крутые правила слежки и шпионажа, так у меня Bloodborne Rules. Чем начальные комбинации? Не сомневаюсь, что она у тебя есть. Эй. Неплохо выстрел. Конин. Дюплета says hi, motherfucker. Пол says hi. Say hello to the emperor. Какого там император падишах-то, господи, в английском. The god emperor. Снять. Обычно так Коле поручай, когда мы вдвоем играем. Коля, хочешь кооператив поиграть после этого стрима? А да я уже не в состоянии, наверное, был в кооператив, но дефматч точно можно. Будет круто. Мы можем заметку выложить или что-нибудь в таком духе. А ну, Мадонне. Джессика says hi, мазафака. Ой, кто меня убил? Я ж не понял. Харконины коварные. А как в английском варианте про первой дюны императора падишаха титул звучал? Падишах как по-английски. Давай по-быстрому, сексуально. А когда кончим, скажем: «Oh, what a lovely tea party!» Падишах Эмперор? Ха-ха, падишах. Клёво. Логично, логично. Ад как его, а? Видели, видели как его? Это было круто просто. Было профессионально. Как и это вот. I'm so badass. Badass alert. О, крылышки! С крылышками я супер БДС. Так, обычный БДС, а с крылышками супер. Ой, я их потерял. Уже не понял как. Так, один уровень до босса, два уровня до босса. А, Харконин опять. Коварный план. Какой-то осуществил. А, фак. Не люблю Харконинов.
I don't love Harkonnens. Я не люблю нацистов, Харконненов и зомби. И зомби-нацистов, работающих на Харконненов. Не люблю, не боюсь высказывать controversial такие точки зрения. I don't like Harkonnens. And Republicans. And Tories. And zombies. And Nazi zombies. Как я его? Одной стрелой. Просто правильно подсчитав скорость движения. Так Коля на Тори обиделся. Люблю Харконненов. Можно футболку. Надписи не люблю Харконненов. Ходить с ней. Как в фильме «Дуэлянты». Да, can hear the sound of how bad as I am. То есть тоже можно на футболку. И еще одного убил одной стрелой. Ну, тремя вообще-то, ну. Харконнен! Я даже не умер. То есть с Харконненами тоже можно договориться по-человечески. I don't know about you, but I don't like Harkonnens. I don't find them sexy for some reason. Many people do, but I don't. Он поймал их все-таки. Я думал, сейчас так красиво будет, на него две стрелы упадут. Он их поймал. И он меня... And he wipes the floor with my ass. Просто... Так хорошо шоу. Босс уже, нет? Да, босс. А, нет. Еще не босс. Скоро босс. А, следующий босс, да. Я помню этот уровень. Блин, я подорвал собственным детонатором слишком рано. Активировал. Ну, республиканцы же кто-то любит США. То есть, и наверняка есть и собственно, Ланнистеров очень много поклонников. То есть, и... Там, Ивана Драго видят, любят многие в фильме там «Рокки 4», хотя он убил Аполло Крида. То есть наверняка есть любители Харконненов, там и слэш всякие есть, там и порн и прочее, там между Вороном и кто там был у него, этот, два сына у него было, эти чувачки, которые летали-то, или как их там. То есть, я думаю, есть там Ким Харконненс, есть в Твиттере, там как Ким Эдвард в «Сумерках» и все такое. Что... Как я его отобрал стрелу, и, собственно, стрелу эту обран из колчана ему подкнул в спину. Так, по-моему, как-то нельзя подходить, потому что она взорвется. Так я и знал. BDS Alert. Босс. BDS Эллер. Ну, в прошлый раз мы его хорошо пили, да? Мы попробуем повторить. Так у меня сейчас все стрелы с детонаторами. Бум. 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 А где нормальный взять? Хотел бы я знать. У меня нет нормальных стрел. Этих надо только бить. Может, из них падают. Сейчас не... Или просто на него прыгать ногами, что ли? А стрел-то нету. Все стрелы были детонаторами. Ну да, Супер Марио это. Только что игра превратилась в Супер Марио Брос. На ваших удивленных глазах игра превратилась в Супер Марио Брос. Вот сейчас нормальные стрелы. Торментор, я прочитал как Terminator of the Forsaken. То есть и вы тоже, я думаю, прочитали как Терминатор. Ой, собственно, стрелы как стыдно. Terminator of the Forsaken. Так, собрался. Собрался и начал воевать. Get your shit together, soldier! Голосом Майкла Бена в фильме «Aliens», надо сказать, было. Или в «Терминаторе» первом. То есть я в прошлый раз легко очень уходил от них, а в этот раз я стал застревать в центре, что приводит... Сейчас у меня рука отломится. Неприятным последствием. Стрел-то сколько, ё-моё. О-о-о-о! В прошлый раз они только стрелы мои зажали.
Terminator of the Forsaken. Так, стрела неудачно упала. Щит. Фак. У меня полный рандом тут все-таки по движениям этих карт. Потому что они то вообще никакой угрозы не представляют, то начинают просто плющить. Или надо просто смотреть физика, насколько недалеко от схакет. По-моему, знаете, я помню, это пародия на Хирстоун. Так, всегда не погибнуть на рыбах. Главное сохранить щит сейчас, что он пригодится. Когда мне много стрел. Сори, я куда на хиру. Бьян. Фака. Не помогает щит. Beyond the sound of how badass I am. Не помогает щит. Так. Давайте мои стрелы. Не могу читать сейчас ничего, к сожалению. Sorry. Sorry about that. Focus mode. Фак, собственно, стрела. Последняя жизнь. Второй рук отломил. Так. Харконен! Очень много Харконена. Коварно, коварно. Главное, с трех стрелок не погибайте, все нормально будет. Я в прошлый раз себя больше убивал, чем меня эти карты давили. Ну и просто запомните вот их элементарную комбинацию, когда они, сказать, сходятся. А Харконинов, я думаю, как меня перебил. Сейчас я сохраню. Да, сохраню к ним щит. Так, ладно, сейчас щит сохранить. Главное, они сейчас плющить будут с боков. Самый опасный момент. Вот он! Это был додж. Это был... Вот здесь I call a motherfucking dodge. This I call a motherfucking dodge. 187... Ой, я щит потерял. 187 on the motherfucking cup. Все такое. It's 187 on the motherfucking cup. Второй раз не получилось. Ну, сейчас Харконины полезут массово. Фак. Вот где щит-то нужен. Не. Let's go, motherfuckers. Она научится упрыгивать, когда они сходятся с боков. Значит, Харконина мы, думаю, разберемся как-нибудь. Правда или честно или нечестно, правда или неправда. Главное, чтобы меня карты не плющили больше. Это был додж. Какой даксоловский. Бладборновский. Сейчас рыбки, в смысле. Вы поняли, о ком я говорю. Так, сейчас будут эти боковые схождения, очень опасные. Боковые схождения сейчас пойдут. Вот он. Она заранее лучше уходить. Охренеть. Стрел до хрена. Главное, боковые схождения. Это сейчас еще одно будет. Вот оно. Ну все, я вот задрочил. Congratulations. Одни Харконины остались, у меня щит. Сейчас попробуем. Харконин справа. Харконин слева. Еще один Харконин. Есть. И сбиваем. Харконин справа, Харконин слева. Это тоже хайлайт материал, я считаю. Фу! Еще одна жизнь есть. Не пишите мне ничего. Мотафакер. Фокус мод, фокус мод. Фак! Еще одна жизнь есть. Это склоус.
Ну, не флоулес, но... Да! The Blind Leech. Трофейчик дали. Так, 27 смертей, 77 побед. Ну, в плюсе. Как американцы во время войны во Вьетнаме говорили, их погибло больше, там у нас 60 тысяч, у них там 1,5 миллиона человек.